Хочу об этом говорить. Мы все время здесь умалчивали. И вы хотите до конца умолчать, страну довести до уличных разборок? Тогда мы закончим все очень плохо. Не хочу до этого и говорить об этом даже и в мыслях держать. Не хочу. Давайте выслушаем друг друга. И разборки здесь между депутатами устраивать не надо. Законно и обоснованно. Наш коллега ставит вопросы. Да, реакция некоторых органов власти здесь и подход к ним очень разный, выборочный. Что мы об этом не знаем? Для вас это сегодня секрет, да? Для многих. Для меня это не секрет. Есть свои, есть чужие. Хотите откровенный разговор? Будем говорить откровенно. Можем и здесь. Не было. Это не всегда так говорилось. Мы знаем, как вы говорили здесь. Не хочу сейчас приводить никаких у вас... Даже вот эти вопросы все в одну кучу сам. Я сам. Все в одну кучу сам. Меня это тоже касается. Дмитрий Григорьевич, мы сейчас будем копать, надо будет ходить. Я сказал, пусть они здесь скажут. Сейчас мы же не будем приезжать. Мне вот и дали кровату, и дальше что-то. Можем и дальше пизду. Поверьте, дальше, если будет совсем хорошо. Ага, за это понимаю. В отличие от многих. Это проходило. Я просто хочу, чтобы вы были.